Иду, манутая бабка. Травки. Так отдавай их уже, я принес тебе травки, блин, мне уже нравится эта игра. Интересно, что за трава, которую торгует главный герой? Да, шутки еще актуальны, это же Аркания. Такие шутки всегда будут актуальны. Вот твои травки. Ну, я пошел. Пошел? Нет. Ты же здесь не только из-за травок, верно? Конечно, еще и из-за денег. Нет, в самом деле? Но он пообещал мне, что пришлет себя ко мне. Да, точно пообещал. С чего это он вдруг? Может, потому что я его попросила, а? Вот ты встрял, чувак. Потому что я что-то почувствовала сразу же после того, как тебя нашли, а? Что-то, что нужно разбудить. Блин, она уже, блин, понимаете, она уже прям в прямую намекает главному герою, чтобы тот уже раздевался, блин. Бабка напоит и изнасилует в пещере еще и пучок. Почувствовала? Что-то, что нужно разбудить? Я ни слова из этого не понял. Что-то дремлет в твоей груди, а? Какая сила? Магическая сила! Магическая сила! Я ни о чем подобном не знаю. Да-да, я чувствую, а? Просто нужно разбудить. Как? А ты просто закрой глаза, а? Сука. Можно снимать немецкое порно просто тут. Хорошо, я тебе доверяю. Я закрываю глаза. Я просто, ребят, я боюсь, что будет дальше, потому что, блин, это... Блин, мне уже страшно. Хорошо, я тебе доверяю. Смотри, я закрываю глаза. Да, ладно, ага. Что произошло, я не понял. Снова проснулся, а? А, то есть это уже случилось. А, всего пару часов. Ну все, он сама все сделает. Пробуждение магии требует времени. Я теперь могу читать заклинания? Может быть. А может быть, только пользоваться волшебными свитками, а? Где мы находимся? В пещере, расположенной под темным лесом. Я знаю. Благодаря твоим снам, а? Да, точно. Он уже знает эту пещеру, он уже там не раз был. А что мы здесь делаем? Хочешь же сделать мне одолжение, а? Одолжение? Эта пещера кишит глинистыми паразитами, которые паразитируют на корнях. Ага. Их невозможно убить с помощью стали. Они прячутся в своих раковинах, прямо как черепахи. Но ты можешь этому помешать с помощью молнии, ага? Молнии? Возьми этот магический свиток, ага? Убей глинистых паразитов. Из-за них мои деревья болеют. И не забудь про их матку, а? А если у тебя кончатся свитки, возвращайся ко мне. Я тебе еще дам. Ты не трать их попусту, а? Сука, что это было? Блин, я просто жесть. Клиненные паразиты, ну вы поняли, да? Я просто считаю чат и угораю сейчас. Она считает. Сука.
Глинистые паразиты в пещерке. Сука и матка. Ой, бля. Нет ли у тебя еще магических свитков? Ты же еще тени все извел. Как дела? Сука. Она еще заигрывает. Нет ли у тебя... Что? Руки трясутся. Не попадаешь? Сука. Возьми.